Друзья, всем огромный привет! У меня на канале много рецептов пиццы, так как пиццу я люблю, частенько готовлю. Пиццу готовлю я по-разному, с разными начинками. В общем, сегодня я вам и покажу очередной рецепт, простой и очень вкусный. Беру просеянную муку, шампиньоны, растительное масло, кетчуп, майонез, сыр, сухие дрожжи, соль, сахар, сосиски, болгарский перец, помидоры, куриное яйцо, лук и зелень. И начинаем готовить. Килограмм просеянной муки, одно куриное яйцо, чайная ложка соли, столовая ложка сахара, пачка сухих дрожжей, грамм 100 растительного масла. И добавляю теплую воду. На килограмм просеянной муки, ну, где-то 420-450 миллилитров воды пойдет. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Друзья, воду можно заменить молочком, а растительное масло растопленным сливочным. Все по вашему желанию. Все отлично. Друзья, обратите внимание, какое мягкое эластичное тесто. Самое то. В общем, убираю в миску. Накрываю полотенцем и пусть подходит минут 40, ну а мы занимаемся начинкой. Добавляю немного растительного масла. В общем, готовим начинку. Грибы и лук я буду обжаривать. Грибы разрезала на 4 части, добавляю. Подсолю немного. Друзья, можно было грибы порезать пластиночками, но я хочу, чтобы в пицце грибочки чувствовались, поэтому я их разрезала на 4 части. Жарим грибы минут 5. Болгарский перчик нарезаю вот таким образом. Грибы обжарились. Помидоры полукольцами нарезаю. Сосиски можно заменить вареной колбасой, курицей, ветчиной, копченой колбасой, всем чем угодно. Друзья, все по вашему желанию, по вашему вкусу и по вашим возможностям. Но у меня сосиски. Кстати, берите сосиски вкусные, тогда и пицца получится вкусная. Занимаемся начинкой. Сосиски, мелко нарезанный болгарский перчик, зелень и лук, кетчуп, майонез. Все хорошо перемешиваю. Занимаемся пиццей. Вот так хорошо подошло у меня тесто. Так, что я делаю? Немного его обомну. Противень я смазала растительным маслом. И вот этот кусочек теста хорошо-хорошо я распределяю по всему противню равномерно. И вот таким образом делаю проколы. А если в тесте какой-то и есть воздух, чтобы он весь вышел. Чтобы вот, вы знаете, тесто не было такими буграми. А, все. Все отлично. Дальше первый слой сосиски. С кетчупом, с майонезом, с болгарским перчиком, с зеленью и с луком. И все хорошо распределяю. Второй слой выкладываю грибы с луком. И третий слой – это у нас болгарский перчик и помидоры. Выкладываю так, как получится. Сначала болгарский перчик выложу, а потом буду выкладывать помидорки. У меня все готово. Ставлю в духовку, разогретую на 180 градусов на 40 минут. Ну а потом уже будем добавлять сыр. Поджарим немного вот эту красоту. Пицца готовится в духовке 40 минут. Достаю. Такая у меня красота, друзья. Сверху посыпаю хорошо сыром и отправлю в духовку еще минут на 10. Можно было, конечно, и сразу посыпать сыром, но, в общем, я решила сыр, чтобы не сгорел. И немного добавлю петрушечки для полного счастья. Вот так все хорошо распределяю. Поджарим еще минут 10. Ну что, пицца наша остыла. Давайте попробуем. Так, разрезаю вот таким образом.
Друзья, вот такая пицца. И вот этот кусочек серединки давайте возьмем. Какая пицца, да? Как хорошо тесто пропеклось. В общем, ем и есть хочется. Мне вот такую пиццу. Начинку можете использовать любую. Я грибы с луком обжарила. Вы можете вообще не обжаривать. Можно использовать маринованные или грибочки, или огурчики. А может быть, кто-то скажет, что слишком толстое тесто. Ничего подобного. Тесто нормальное. Ведь в пицце не только начинка, но и тесто. А мое тесто в этой пицце очень вкусное. В общем, готовьте вместе с Еленой. Всем удачи пока. Ну а мы будем кушать. У нас целый противень пиццы. Вот сейчас сядем и немножко перекусим. Пока. До следующего видео.